προσπαθήσω να σας δώσω την εικόνα να μην... Мощные взрывы были слышны у побережья Эгейского моря в Греции в районе базы ВВС «Волос», охваченной огнем. В результате природных пожаров здесь были уничтожены склады с боеприпасами. Персонал и самолеты F-16 заранее вывезли на другую базу. Пожарная охрана сообщает об эвакуации 12 населенных пунктов. По официальным данным, от детонации боеприпасов никто серьезно не пострадал. Пожар в районе города Волос считается одним из самых опасных из 124 природных пожаров, с которыми борются экстренные службы в Греции. Страдают в том числе регионы, которые зависят от туризма. Эвакуация приезжих оборачивается катастрофическими последствиями для местного бизнеса. No one goes to dinner every day. You save, you work hard in the summertime. You work very hard, you work 14 hours a day, even more. Правительство настаивает на том, что большинство курортов Греции достаточно безопасны для туристов. Ситуация в стране остается критической уже более 10 дней. Природные пожары зафиксированы почти в половине регионов. Только на одном Родосе из зон бедствия эвакуированы десятки тысяч людей.